Здравствуйте, улыбчивые зрители! Веселые ребята и их родители! А у тебя шнурок развязался! Извините, пожалуйста. Мотя, ну нет у меня никаких шнурков! Аня, ноль в мою пользу! Мот, как тебе не стыдно? Столько ребят пришло, ты хулиганишь, и смею заметить, даже не представился. Ой, простите, дорогие друзья, меня зовут Мотя. А меня зовут Ира, я Мотина старшая сестра. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости. Ира, скажи, пожалуйста, а как мы узнаем имена наших новых друзей? А мы попросим их громко-громко прокричать на счет 1, 2, 3. Правда, ребята? 1, 2, 3. Мотя, смотри, сколько у нас много друзей. И Коля, и Витя, и Саша. Оля, Вика и Наташа. И все красивые, и все улыбаются. А у тебя, мальчик, улыбка прям как у Буратино. От уха до уха. Моть, ну как тебе не стыдно? Привет. Только познакомился и уже дразнишься. Вот ребята обидятся на нас и уйдут, правда, ребят? Ой, не на одному тебе обижаться. Я больше не буду, честное слово. Ну ладно, простим его? Простим. Моть, а ты сказки знаешь? Целую тысячу знаю, сейчас вот вспомню. Ну-ка. Жил-был Иван-царевич. Угу. И вот он отправился на реку. Опустил в прорубь ведро и поймал щуку. А щука как взмолится человеческим голосом. Отпусти меня, Иван-царевич! Я что хочешь для тебя сделаю? Подожди, Моть, это же не Иван-царевич, это же Емеля был. А, ну помню, Емеля кто не помнит. Отправился раз Емеля со своей сестрицей Аленушкой в лес по ягоды. Вот идут они, идут, а навстречу им колобок зубами щелк. Да нет, не колобок, а серый волк. А, ну серый волк, ну я так и говорю. Мыши-безобразники такие, совсем его замучили. А он и говорит им: ребята, давайте жить дружно. Мотя, это был кот Леопольд. Слушай, не путай меня, не путай, я все прекрасно сам помню. Кот Леопольд сидел у себя дома и смотрел телевизор, правильно? Правильно. Вот, и вдруг к нему в окно влетает Чебурашка. Да нет, не Чебурашка, ты что, какой Чебурашка? Ну как какой, с этим, с пропеллером на спине, Чебурашка, который живет на крыше. Мотя, это был Карлсон. А, это такой деревянный человечек, который всюду сует свой нос, да? Да нет, Мотя, это Буратино был. Ну ты что, не помнишь, что ли, Буратино живет в Италии, а Карлсон живет в Швеции. В избушке на курьих ножках? Какой избушке, в которой живет Баба-Яга? Ну да, это который вышел замуж за Ивана-Царевича. Какой Ивана-Царевич? Который щуку, что ли, поймал? Да нет, это тот Иван-Царевич, который вместе с крокодилом Геной гонялся за тремя поросятами и кричал: ну погоди, поросята! Вот так сказка. Тебе калач, а мне бубликов связка, во. Перепутал все, хоть плачь. Моть, что с тобой сегодня? Да я сегодня не с той ноги встал, точно помню. Обычно стою вот с одной, встаю вот с этой, да? А сегодня встал вот с другой. Вот, о, да, о. Как сороконожка? Какая? Шла сороконожка по дорожке, на прохожих глаз не поднимала. Что за горе у сороконожки? Да не с той ноги сегодня стала, вот. Здравствуй, Аполлон. Здравствуй. Познакомься. Привет. Познакомься с нашими новыми друзьями. Ух ты! Привет, ребят! Меня зовут Аполлон Всезнанский. Я самая умная болотная лягушка на свете. Вот! А что вы тут делаете? Да вот Мотя перепутал все сказки. Я вот, признаться честно, даже не знаю, что мне дальше делать. Если я все время буду путать сказки, то ребята будут надо мной смеяться, вот. Ну, Моть, да. Надо просто внимательно слушать сказки, когда их рассказывают. Ира, а ты можешь нам с ребятами рассказать сказку? Да, я расскажу вам сегодня сказку про послушного мальчика Терешечку. Ух ты! Жили-были дед и баба. Жили они долго, жизнь прожили долгую, а детей не нажили. Состарились они и тужат, и плачут. И вот как-то раз
Взяли они колодочку, завернули в пеленочку, положили в люлечку и стали качать да прибаюкивать. И вдруг стал расти из колодочки... Буратино! Да нет же! Мальчик! Терешечка! Настоящая ягодка! Мальчик рос, подрастал, ума набирался. Сделал ему батюшка челночок, лодочку такую. И стал Терешечка плавать за рыбкой. Уплывет он так далеко-далеко, а матушка придет к нему на бережок, принесет ему попить, поесть, молочка, творожка и зовет его. Терешечка, сыночек мой, приплынь, приплынь на бережочек. Твоя мама пришла, тебе покушать принесла. Терешечка прибежит к мамочке, наестся, напьется и дальше уплывет. И вот как-то раз мама говорит: Терешечка, сыночек мой, ты смотри, будь осторожней, злая ведьма Чувылиха тебя караулит на берегу. А Терешечка не поверил и поплыл дальше. И тут приходит ведьма Чувылиха и начинает звать его страшным голосом: Терешечка, сыночек мой, приплынь, приплынь на бережочек, твоя мама пришла, молока принесла. Услышал Терешечка, что это не матушкин голос, и не поплыл к ведьме Чувелихе. Ведьма разозлилась, побежала к кузнецу, чтоб он ей выковал голосочек, как у матушки. Добыла себе голосок, приплывает опять на бережок и кричит: Терешечка, сыночек мой, приплынь, приплынь на бережочек, твоя мама пришла, тебе поесть принесла. Терешечка обознался, пришел к ведьме, она его схватила и утащила. Приносит она его домой, отдала его своей дочке Аленке, чтобы она его изжарила. Но Терешечка умный мальчик, он Аленку в печь, а сам на высокий дуб. Прибегает ведьма Чувылиха домой, наелась, напилась, валяется под дубом и кричит: покатаюсь, поваляюсь на Терешечкиных косточках. А Терешечка ей с дуба отвечает: покатайся, поваляйся на Аленкиных косточках. Чувылиха испугалась, посмотрела наверх, а там Терешечка сидит. Как она впилась в дуб зубами. Терешечка думает, что же мне делать? Смотрит на небо, а там летят гуси-лебеди. Он ему кричит: гуси-лебеди, спасите, помогите, к маме с папой отнесите. Они вас накормят, напоят. Они не слышат. Дорогие ребята, давайте поможем Терешечке. Позовем все вместе гусей-лебедей. Правильно, нужно помочь Терешечке. Да. Гуси-лебеди, помогите! К маме с папой отнесите! И гуси-лебеди услышали и говорят: га-га, некогда нам за тобой лететь с тобой. Вон летит защипанный гусенек, он тебя возьмет. И по счастью тут летит защипанный гусенек. Терешечка его позвал, он его посадил к себе на спину и увез к матушке с батюшкой. А вечером батюшка с матушкой сидели, ужинали. Напекла матушка блинов и говорит: это тебе блинок, старичок, это мне блинок. А Терешечка за окошком спрашивает: а мне? Выбежали мама с папой на улицу, увидели Терешечку и пошло обнимание, целование. А защипанный гусек стал большим. Стал летать в дальние страны и Терешечку вспоминать. Велика, какая сказка хорошая! Я теперь ни за что ее с никакой другой не перепутаю! А это от того, Мотя, что ты внимательно слушал сказку, да? Жили-были три гуся, вот и сказочка вам вся, вот так. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец! Мы желаем вам веселья, счастья, радости, добра! До свидания, детвора!